Всем привет! С вами Владимир. Нахожусь я у реки Белая Агидель. Хочу вам показать красоту нашей уральской природы. И пойдем мы к дереву желаний. Приготовьтесь загадывать желания. Я загадаю тоже за всех нас. Сейчас вам покажу стоянку туристическую. Смотрите, какое отражение. И мы пойдем. Такая вот красота. Люблю снимать отражение. Жаль, вот погода портится. Солнышка нету. Ну ничего. Вот на такой уютной поляночке останавливаются туристы, раскидывают свои палаточки и живут здесь, у реки. Видите, место красивое, чистенькое, березочки. Рядом река. Сейчас что, спустимся к ней. Покажу вам еще ее. Раз. Вот такой вот спуск сделанный. Так, спустимся аккуратненько к речке. Посмотрим, водичка какая тут у нас. Вот такая водичка прозрачная. Посмотрим на отражение. Такая вот красота. Ну, сейчас, значит, мы поедем. Немножко проедем. Еще вот метров 300 я на мотоцикле сумею проехать. А дальше поднимемся на небольшой склон. И там дерево желаний. Будем загадывать желания. Все желания исполняются у этого дерева. Оставайтесь со мной. Ну, друзья мои, подошел я к дереву желаний. Такое оно стоит. Тропа уже вся заросла. Видно, здесь давно никого не было. Мало про него кто знает, про это дерево. Даже местные жители. Обычно сюда приезжают туристы, но видно, их давно не было. Сейчас вам покажу панораму наших гор. Потом мы подойдем к нему. Спустимся к реке, реку посмотрим. Вот такая красота открывается с этого склона. Жаль, конечно, погода подвела нас. Поехал из дому, вроде солнышко выглянуло. Вот река Белая. Смотрите, какая красота. Вдали горы. Сейчас я приближу. Увидим мы. Видите, как украсились. Такое вот пятно. Это видно осина. Такая яркая. Береза, что не так. Речка шумит. Так она свои воды несет в Каспийское море. Спустимся. Еще вам покажу нашу Агидель. Вот спустился.
Ну, к самой реке не спустишься. Тут обрывчик. Краски какие, посмотрите. Зелень. Такие вот оранжевые листья на черемухе. Перекат шумит. Такой склон. Вот на вершине этого склона дерево желаний. Пойдем назад. Склон довольно крутой. Такие вот камни. Мы поднимем сейчас тихонечко. Идем. Ну вот и что. Хочу вам показать вот эту заводь. Она меня заинтересовала. Ну и мои друзья-рыбаки, которые смотрят меня, тоже по достоинству оценят ее. Шушка тут, наверное, есть. Заходит. Мы сейчас для рыбалки приехали. Так вот еще издалека покажу вам с этого ракурса. Вон такой. Ну вот, друзья мои, дерево желаний. Значит, я уже привязал ленточку за вас, моих друзей и зрителей. Посмотрите, тут разные амулетики висят, ленточки. Так вот, амулетики. Люди приезжают, желания загадывают, желания исполняются. Вот наша ленточка для моих зрителей. Я даже могу сказать, что я пожелал. Пожелал я, значит, всем моим зрителям, друзьям здоровья, мира, счастья. Всего-всего доброго. Я не прощаюсь, друзья мои. Сейчас мы еще проедем. Назад буду возвращаться. И сниму я красный обвал. Земляки просили меня снять. Я выполню эту просьбу их. Ну и вы со мной посмотрите интересное место. Гуляйте со мной. Едем на красный обвал. Вот. Еще загадайте на эту ленточку то, что вы себе желаете. Я загадал и сказал вам. Вот хочу вам показать еще стояночку прямо у реки. Чистенько. Травишки вот даже приготовлены. Сейчас покажу, какая здесь наша река белая, Агидель. Тут наша Агидель делает такой изгиб, что надо
петляет в этих местах. Ветер поднимается. Погода, наверное, будет меняться. Недолго у нас бабье лето постояло. Березку жалко. Так вот она свалилась. Мы едем к Красному Обалу. Недалеко осталось. Ну вот, друзья мои, приехал я на Красный Обал. Почему Красный Обал? Видите, какая красная глина. Вот, берега. Раньше, значит, вот здесь протекала белая река. Сейчас она русло маленько изменила. Правее пошла. А здесь вот образовалась вот такая заводь. Все земляки, которые здесь бывали, давным-давно помнят. Ну, а сейчас это вот выглядит так. Красивое место. Раньше, когда текла река, мы здесь постоянно рыбачили. Показывал я вам стоянки для отдыха, отдыхали. Ну, как-то вот так вот. Сейчас пройду еще туда, вода сниму, поедем домой. Вот за этой поляной, за этими стогами, сейчас протекает белая. А тут вот выглядит все вот так вот. Такая вот заводь. Красиво. Ну что, друзья мои, всем пока. Посмотрели вы это видео, загадали желание. Еще раз всем мира, добра, здоровья. С вами был Владимир. Пока-пока.